И что, и просто можно сыграть в казино «Вулкан». У меня осталось 400 рублей, ровно 400 рублей, 470, пизжу. 470 рублей, вот раз, два. Так, а вот на красный раз, два, три. 400 рублей, все. 70 рублей останется пусть. И запускаем рулеточку. Ребятушки, 800 рублей. Просто. Просто удвоил. Просто было 400, 800. Все, ребят, ссылочка на казино «Вулкан» в описании. Играйте, выигрывайте. И деньги реально выводят. Ну и можно идти на разборку. Ёп! Радик с Тибероном! Всем вид дифт, меня зовут Привет, и сегодня по вашим просьбам мы будем разбирать набор на главного хайпажора этого года, хотя, мало ли, год еще начался, может быть, кто-нибудь еще появится, этот чувак, изи 5 минут, пацаны, появился за счет выдутого из пальца конфликта с Юрием Хованским до того, как тот еще зашкварился, Экей Пальмас, изи Моргенштерн. Нахуй стариков раскатились по головам. Нахуй твое шоу, нахуй трёпу, парни, стой. Нахуй хавать дождь, нахуй пиво обзор. Изи, пацаны, 5 минут. Моргенштерн. И первая остановочка у нас идут вот такие косички самого Моргенштерна. Не знаю, правда это его или нет, но тем не менее, если у вас нет возможности замутить дреды, может вы учитесь, работаете, служите в полиции, а очень хочется, то это фетиш для вас, а может и для вашей спутницы. Вы приходите домой, раздеваетесь догола и носите это на голове. Насколько он хорошо горит, как меня спрашивали, мы проверим в конце. Ну а если вы раздолбай по жизни и нигде не учитесь, не работаете, а живете за счет пенсии своей бабки, да и просто вам пофиг, вот, кстати, так и надо жить. Вот пофиг, что о вас скажут. Правда, в Челябинске это не прокатит, и вы все равно получите билет по хлебалу. Вот такой самый распространенный крем для завивки дредов. Такой, кстати, возможно, был у нас уже в обзоре. Это самая крутая марка. Переводка «Татуировка стариков», я считаю, это отличный слоган для Пенсионного фонда России. Если это насчет пенсионеров, то напишите, как вы относитесь к ним и совпадают ли у вас с ними взгляды. И если меня кто-то смотрит из старых, я извиняюсь. Ну, Юра Хованский — это не старая школа. Это, в принципе, вообще никакая школа. Это, не знаю, пивообзоры максимум. Тетрадь от Овсянки с Даней Кашиным. И я смотрю, Даня нормально так закинтовался с Русланом, что они даже там снимали клип какому-то подписчику. И я посмотрел, это респект. Да, это круто. Моргенштерн. Часы от известной марки Курен. Вот посмотрите, они даже на коробке изображены. И можно идти на разборку. Ёп! Часам. Наклейки с Моргенштерном, типичные стикеры, вот посмотрите, Гуччи, даже с Хованским. Вообще, знаете, если бы я все эти наклейки клеил бы и собирал, у меня бы просто не хватило бы места. Сколько этих стикеров. Поэтому в основном я их выбрасываю. И постер с пальмой. Что за Моргенштерн? Хотя, знаете, клип с командой мне вообще зашел. Не знаю, что его так захейтили, но тем не менее... Тут явно не хватает татухи три шестерки. Мне кажется, это было бы отличным дополнением к переводке стариков. Наклеил и пошел к бабушке с дедушкой. Ладно, шуткую. Окси любит стариков и новую школу рэпа. Окси вообще любит всех, кто ему даст пожрать. Это же коты продажные люди. Ради Оксимирона! Почему-то многие просили проверить, горят ли эти дреды Моргенштерна или нет, но на самом деле я задолбался, менять столы — это не дешевое удовольствие. Но специально для вас, ребята, если вы досмотрели этот ролик до конца, я специально проверю. Это сука такая, бля, а я такой, бля, это сука такая, бля, я не все такие, бля, это сука такая, это сука такая, это сука такая, это сука такая, это сука, 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 я не все такие, бля. Моя сука любит Гуччи, моя сука